Большими стали, и перед вами множество дорог. У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный класс. И первый учебник, и первый урок, и первый заливистый школьный звонок, и первый наставник, ваш верный учитель, кто дверь вам откроет, на дорогу открыть. Вы здесь начинали со старта, по жизни стремительный бег, но старые школьные парты запомнился всем вам навек. Манящие немеренные дали зовут выпускников в рассветный час. Вы в сентябре с цветами нас встречали, и мы с цветами провожаем вас. Приходите к нам почаще, как домой, не как в музей. В школе много настоящих ваших искренних друзей. Друзья, мечта прекрасна, друзья, мечтайте смело, но вредно и опасно мечтать, не зная дела. Скажем вам три слова, что вас повсюду ждут.
Запомните, основа – учеба, знание, труд. Дорогие выпускники, перед вами открывается большая жизнь со всеми ее радостями и трудностями, и с нескончаемыми дорогами. Вам широкой дороги, чтоб поменьше ненасти, чтобы у каждого было настоящее счастье. Вот раздался звонок на урок физкультуры. Душа у меня снова в пятки ушла. Что сегодня нас ждет, предвкушая со страхом, и при этом напевая про себя слова. Потерпи, дружок, ставь в длину прыжок. Брось гранату ты, потянись 100 раз. Это не беда, это ерунда. Ваши все тебе, будет ты права. Благодаря вашему уроку, Сергей Юрьевич и Юрий Валентинович, мы многое получили, многому научились, да. И хотим поздравить вас. Он не знает, как это. Где? Он придет, он сейчас придет. Он... А, ну, спасибо, да? Долго-долго-долго, что-нибудь искать в скелете, если долго в нем копаться, среди мыши позвонков, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, то, возможно, можно, можно что-нибудь найти. Где же рукой свой такой толщины? Где же рукой такой ширины? Не найти я не знаю, да и знать я не желаю, и не спрашивай меня. И не спрашивай меня. Дорогая Елена Андреевна, большое спасибо вам за ваши знания, которые вы дали нам, за проведенные уроки и за подготовку к экзаменам, ну, которые, надеюсь, мы сдадим успешно. Большое спасибо. Спасибо большое. Звонок для многих радость, а может печаль. Этот трек прозвучит здесь единственный раз. Я уверен, что прокачаю вас, ведь этот день последний для нас. Многих не увижу, а многих увижу еще не раз. Спасибо учителям, которые вкладывали в нас. Я искренне говорю, ведь эти строки звучат для вас. Косинус и синус и в сердце у нас. Елена Сергеевна, салют вам от нас. А тут еще причастие, идеи причастие. Светлана Михайловна, вы рады за нас? Ведь вы долго трудились, чтобы в голове осталось у нас еще один немаловажный предмет биологии. На ней понимал немного я, но с Еленой Андреевной дошло до меня, что фотосинтез происходит не зря. Ага, физика, я думал, не по мне. Ну и Инна Алексеевна объяснила мне, что электроны и протоны несовместимы никак. Хоть я в этой школе не с юных дат, но то, что эта школа сильна, я понял это, дошло до меня. Английский не очень понятен нам, но мы идем на уроки к вам. С душой слушать речи, что дарованы запада. Катрин и Ксюша, спасибо вам. С английского на 5-й я быстро бегу, ведь опаздываю на уроки, я не люблю. С умным лицом продвигаюсь в класс. За партой ждет Менделеева таблица атомов реакции. Светлана Юрьевна добро улыбается. Мы оба знаем, что это плохо пойму, но за ваши уроки спасибо скажу. Искренне я не вру, мы же спортсмены, нам плохо дается. Все мысли не в школе, а в спорте. Марина Александровна смотрит, по ходу проблемы.
не все же так просто. Вдруг слышу вопрос, кого нет в школе? Как все здесь, все в сборе? Сегодня же праздник наш выпускной. Засияла улыбка на устах, с любовью спасибо от ваших ребят за то, что старались, учили нас. Летит душевный респект, и вроде заканчивать надо трек. Fire!